чистая, натуральная, минеральная, для каждого найдется индивидуально. Здорово, Санек, нахер! Я тебя хочу сегодня поздравить с твоим нахер днем великого рождения, нахер! И первое, что я тебе хочу сегодня пожелать, это достать, наконец, письку. Я понимаю, конечно, день рождения этого сегодня опоминать не ход, а неприятные вещи. Но чисто ты вот считаешь это нормальным, что человек держит свой член, нахер, хуй свой держит уже 3 года, нахер. Ты считаешь вообще в такие места пацану письку неприлично засовывать? Так что примерах сведения, пожалуйста, это мое главное тебе пожелание. А с вами обзорчик на Батуна, Руси, Дрон, Дрончик, Мазапака, Пич, нахрен. И сегодня у нас будет обзор. Сегодня у нас будет обзор воды нахер. Москов Левитейтед, блин, вода эта была куплена мной нахер. Магазин, это нахер торговый комплекс, Алые паруса нахер, город Москва нахер, метро Щукинская нахер, это блин, супермаркет нахер, Алые нахер паруса, вот такие вот непосредственные паруса. И стоило это водиться там объемом 0,3 нахер литра, 89 рублей, пацаны. Ну вот такая жестокая стоимость, при том, что, как вы можете уже догадаться, что вода это российского нахрен производства. И такая стоимость жесткая для нее, это что-то непосредственное весьма, потому что, ну обычно не дороже 50 рублей за 0,5 литруху нахер баклажку продаются. Здесь у нас бутилированная вода нахер 0,3 литра стоит 90 рублей, ну непорядок какой-то, я считаю. Но дело просто не в том, что это такая вода, дело в том, что эта вода нахрен особенная. Это не просто нахер минеральная вода. Эта вода, если нахер судить по тому, что здесь написано на задней стороне этикеточки. Эта вода специально нахрен сделанная, генетически нахер модифицированная, это накачали всяких веществ, ребят. Я не сужу эту бутылку по обложке, говорят, не суди нахер бутылку по обложке нахер минеральную. Вот я не сужу по обложке нахер, я сужу по названию. А вода нахрен называется Москва Левитейтед. Ну если так логически подумать, то она значит должна летать нахер, левитировать, парни. Вот, и соответственно, из-за этого такая стоимость. Ну тогда вполне оправданно, я считаю. Ну мы сегодня проверим, ребят, может они просто надувают пацанов российских. Для начала пройдемся по дизайну нахер нашей баклажечки минеральной, я вам ее продемонстрирую с двух сторон. Вот, давайте рассмотрим сначала лицевую сторону этой бутылки нахер. Тут у нас опять написано Moscow Levitated, это еще какой-то текст непонятный, да хера всякого текста, вот это вот я не люблю читать, особенно. Далее у нас штрих-код, здесь это по-английски код, надо нормальный, чтобы пробивать бутылку в магазине. Вот. Дальше у нас здесь, короче, расписан нахер для пацанов. Ну, если кто-то из вас есть химики, то вы можете сразу догадаться, вот, а и состав этой воды минеральной здесь изображен. Если среди вас есть химики, вы сразу поймете вообще, будет она летать или нет. Если не будет, то все пипец, а не вода. Говно, ну вы уже понимаете, к чему обзор может прийти. Я пока ее не пробовал, вот. И за задней стороны нахер у нас, как вы можете видеть, там текст. Ну там в основном технические характеристики, которые уже указаны здесь. Помимо того, хотелось бы обратить... уникальное явление для минеральной воды, я лично встречал это не часто, но здесь такое отдельное нахрен есть, присутствует анальное отверстие у минеральной бутылочки, и более того, производитель предупреждает, на обратной стороне написано «насре», то есть бутылка может насрать нам прямо здесь, так что когда будете, если вы будете покупать нахер, употреблять в пищу, в глотищу эту минеральную воду, аккуратно, она может вам насрать случайно на руки, ребят. Аккуратней с этим пацаном надо. Кроме того, крышка у нас нахер жесткая, по-моему, она металлическая, видите, такая вот, я не могу понять, но мы сейчас с обратной стороны нахер посмотрим. Присутствует здесь нормальная жесткая супер жопная лента, нахер же можно ее сорвать, потом с жопы ей тоже вытереть, ну как вариант я предлагаю просто. Вот, и тут какое-то нахрен цветочное изображение нарисовано. Ну, нормальная тема, я считаю, вода чисто. Баклажечка прикольная, оценочка нормальная, мне понравилось так-то. Давайте вскроем минеральную баклажку, она вскрывается просто так вот. Да, кажется, вот эта херня, она действительно была металлическая, внутри у нас пластмасса. Внутри у нас пластмасса присутствует, но кроме того, эта херня сверху металл, я считаю, это нормальная тематика. Вот. Ну как вы уже могли догадаться, что в этой бутылке она летать не будет. Сначала мы ее вкусовые особенности нахрен пробуем, а потом нахер я проверю, будет ли это говно вообще летать. Поручение королевы, этот детектив, иди-ка посмотри дворецкого. Родители убили, но я... Вот и воды присутствует свой вкус, парни. Более выше ваши, без сарказма. Вроде бы малец, но без ума. А там вкус вообще не уважает со мной, по-моему. Беги, это демоны. Дом, а дом, он там, демоны.
похож немного на тухлую воду, как если поставить нахер бутылку на 2 месяца нахрен, вот будет Moscow Levitated вода. Такое говно получается, что-то вообще говнище какое-то. Сейчас, может, я ошибся, может, это не могут, а такое говно 80 рублей платить. Пиздец, реально говнище какой-то, ребят, не покупайте. Ну хотя нет, еще и вердикт не сделан окончательно. Прикол-то в том, что эта вода летающая нахер. Может быть она сможет нахер полететь нахер. Откуда мы знаем? Давайте попробуем, проверим нахер. Если сейчас эта вода не полетит, то пипец, ребят, на помойку нахер идет. Пипец, говно какое-то, что-то пацанов на это наебывают нахер. Это не, блин, пипец какой-то просто. Что происходит в стране? Пипец какой-то. Ну вот что за 80 рублей нахер продают? Пишут нахер, летающая вода, ни хера не летает. Это даже крылья не приделают нахер, ничего она не полетит. Вот что за... Че вообще за разводы на полке? Заебали, суки, обоссали весь подъезд. Родственники приезжают, говорят... Дорогой, борщ готов. Твой любимый. С рябой. С рябой. С рябой. Ряба. Натурально и очень вкусно. Бэйби, бэйби, ты косить, я мини-лютка, кепка. Этот трек не для твека. Итак, парни, нахрен. Эта вода просто оказалась какой-то помой просто из жопы козла нахер. Сегодня такая жестокая вода у нас. Будет специальный музыкальный номер на жестоком инструменте, который называется... губная гармонь нахер. И давай, пацаны, послушаем песню про то, какое-то дерьмо собачье просто. Поехал нахер далеко, купил какое-то говно. Блин, вода нахер, Москва, левитация нахер, просто говно, гравитация. Нахер попробовал понос, как из жопы козла вылез овес нахер. Пипец просто, конец какой-то, это что за пипец? Кто нахер воду в Москву левитации пьет, тот вообще придурок нахер тупой. Вообще это не вода, а какое-то говно. Пипец, что-то не работало. Короче, парни, вот что, какой хочется вывод сделать из этой ситуации? Допустим, есть какая-то, вот, вода Evian, прошлый обзор, стоит, ну, практически столько же. Казалось бы, ну, что можно ждать, блин, от этих придурков, говно какое-то нам везут, а все познается в сравнении, понимаете, не такое что-то говно за свою цену, если кто-то додумывается, вот, вот за тоже, почти за 100 рублей вот эту вот, просто пипец вот это продавать. Я просто поражаюсь, знаете. Самое обидное, ребят, то, что это наши российские и русские пацаны вот это вот, вот так вот поставляют своих сограждан. Это просто жесть какой-то. Это самое обидное. Понятно, там во Франции они там все пидорасы, блин, что с них взять-то? Но вот это наши пацаны, они переплюнули. Вот в таком случае, нахер, просто становится обидно за страну. Единственное, что хочется сделать мне в данной ситуации, достать, нахер, ножовку Аугуста. Просто вот так вот. Взять, нахер. Взять нахер. Все говно. Просто распотрошить! Вот так вот охота делать с пацанами, с такими, которые говно такое на магазин ставят за 100 рублей, ребят. Не будьте такими плохими людьми, ребят. Покупайте нормальную воду нахер. Российскую воду нахер. Волжанка, святой источник, конский форест только не покупайте. Ладно, короче, с вами был пацаненок на Батун, Руси Дрон-Дрончик нахер. Подписывайтесь на канал нахер. Ставьте жирным пальцем вниз, нахрен, покупайте только хорошую воду, реально, а то вот так же попадетесь на уловку мошенников всех. Вот это пипец самый настоящий.